Скажите, пожалуйста, вот сегодня мы открыли новые маршруты, как вам? Или вы тоже? Ваше мнение? Да, я обратно. Уже съездили туда и обратно? А у вас тут? Сюда приехали. С юбилейного. А сейчас куда? А, снова? И сейчас обратно. Ну, сейчас я хочу сказать то, что интервал от 8 до 16 минут. Перед каждым вечером начинает работу 5:45, а заканчивает 0:25. Посмотрим, будет у вас такая работа. Как обстоят дела? Я имею в виду, что-то изменилось в работе? Да, сейчас более сложно. Ну а то, что график надо соблюдать, это тяжело делать? Там в час пик, пробки и так далее? Да, тем более у тебя сейчас легко, вот. Маленько, как говорится. Ну, где-то наращивать надо, где-то разбавлять. А так, кажется, еду по времени. Это какой вы? Первый рейс делаете? Да. Первый, да? Открытый рынок, 1:07, вот мы уехали. 1:07. Понятно. Ну, хотел сказать, действительно, сегодня начали работу два маршрута. 6А90, все знают, что 90 это юбилейный заводской, и 6А это Касторама. Вольский тракт и также заводской район. По поручению губернатора сегодняшнего дня начали работать эти маршруты, по 30 автобусов на каждом маршруте, благодаря национальному проекту, который инициировал президент нашей Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Произвели закупку новых автобусов. Автобусы низкопольные, удобные, как мам с колясками, также для инвалидов. Чем отличается брут-контракт, наверное, все знают, от обычных нерегулируемых маршрутов. Во-первых, администрация города Саратова может регулировать тариф на данном маршруте. Во-вторых, идет контроль, администрация отрабатывает, смотрит, чтобы соблюдались графики движения, интервалы движения будут в час пик от 8 до 16 минут, как мы с вами обсуждали это, а вечернее время от 16 до 32, поэтому для людей это удобно. Сегодня первый день, и процесс будет привыкания, я думаю, ну не так долго, но пассажиры уже привыкнут к этому и уже будут знать, что, как я сказал, в определенное время автобус будет ходить на определенную остановку.